Здравствуйте. Время новостей на канале ТВ-8. В студии Яна Степаненко. Главные темы выпуска. Авария на трассе Кишинев-Люшино. Автомобиль столкнулся с грузовиком. 4 человека госпитализированы. Председатель парламента заявил, что знает, где находится бывший тираспольский лидер Евгений Шевчук. Что еще говорит Андриан Канду, узнаем через несколько минут. 2-летнюю девочку, которую 3 недели назад нашли у центрального рынка, передадут патронатной семье. Мать избегает встречу со своим ребенком. 6 тонн молдавских абрикосов до России не доехали. Россельхознадзор заявил, что фрукты не прошли фитосанитарный контроль. Споры между адвокатами Дарина Кертуака, которых отстранили от дела, и прокурором продолжаются. Сторона обвинения мотивировала свое требование тем, что защита намеренно затягивает рассмотрение дела генпримара, чем мешает прокурорам. Интересы Дарина Кертуака в суде будет защищать другой адвокат. Прокурору а натурат авокацин мод абузив, не мотиват, илегал, прокурори вор авокац комоз. Авокац, кари ну да, он требер. Avocați care nu apără interesele deci clienților, avocați care sunt desemnați din oficiu. Прокурор не согласен с адвокатом градоначальника. По его словам, адвокаты были отстранены из-за того, что они пытаются затянуть судебный процесс, нарушая при этом законодательство. Ultime intenționat au creat impedimente la efectuarea acțiunii de urmărire penală prin tergiversarea efectuării urmării penale. Inclusiv audierea învinuitului, ultimii au tergiversat audierea acestor. Отстраненные адвокаты не согласны с постановлением. По просьбе прокурора слушание перенесли на следующую неделю. Временно интересы Дарина Кертуака в суде будет представлять другой адвокат. Буйканский суд 14 июля рассмотрит требования прокурора о продлении домашнего ареста Дарину Кертуака. Напомним, градоначальника задержали 25 мая по делу о мошенничестве с платными парковками. Кертуака обвиняет в превышении должностных полномочий. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Своей вины примар не признает. На Украине микроавтобус с 10 гражданами Молдовы попал в ДТП. Микроавтобус столкнулся с пожарной машиной. Авария произошла минувшей ночью около села Нестеровка. В результате столкновения пострадал водитель маршрутки и 2 пассажиров. Пока неизвестно о судьбе остальных пассажиров микроавтобуса. По данным украинских СМИ, некоторые отказались от госпитализации. Посольство Молдовы в Киеве готово предоставить всю необходимую информацию. Украинские власти сотрудничают с представителями молдавского МИДа. Для оказания помощи нашим согражданам молдавская сторона создала кризисную ячейку. Кишиневцы напуганы нашествием блох. Жильцы нескольких столичных многоэтажек говорят, что вынуждены заходить в подъезды небольшими перебежками. Фетица мне тот именкат, под сварит их землю. Ам килтует варте мультибань, петрутферить солути нажуты немиг. Что делают власти, чтобы спасти граждан от напасти, расскажем совсем скоро. Столичные власти знают, где находится Евгений Шевчук. По крайней мере, об этом говорит председатель парламента Андриан Канду и заверяет, что ситуация под контролем. Сегодня же депутаты от ЛДПМ в очередной раз предложили заслушать ответственных лиц из службы информации и безопасности о местонахождении бывшего тираспольского лидера. Однако демократы и социалисты выступили против. Более того, Дмитро Дьяков заявил, что депутатов должно было заинтересовать пребывание в Молдове экс-президента Румынии Траяна Басеску. Autoritățile din Republica Moldova care sunt specializate pe domeniul de securitate a Republicii Moldova țin situația sub control. Se știe absolut tot. Заявление Андриана Канду последовало после того, как на сегодняшнем заседании парламента либерал-демократы потребовали заслушать главу СИБА и вице-премьера Георгия Белана. Pentru autoritățile din stânga Nistru suntem toți persoane non grata. Pe când ei se plimbă mersi prin Chișinău, cetățenii Republicii Moldova trebuie să cunoască cine îi protejează și cine îi asigură paza. Am organizat audieri, a fost inițial atins și acest subiect. Nu doar deputații din Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică trebuie să fie informați, având o ședință închisă, ci și întreg plenul. Демократ Дмитро Дьяков выступил против. Депутат раскритиковал предложение ЛДПМ. Încercăm să aducem tot ce se întâmplă în Chișinău în parlament.
Și să facem fel de show-uri. Numai cu chestii de este, nu ne-am ocupat acum, cine se primblă sau cine nu se primblă. Când vine Băsescu, nu ne interesează. Nu a fost susținută propunerea, vă mulțumim foarte mult. Накануне лидеры партии действий «Солидарность» и платформа «Достоинство и правда» обвинили власти в том, что те покрывают бывшего тираспольского лидера, обеспечивая ему защиту и гарантируя свободу. Дело бывшего лидера Левобережья накануне обсуждали на закрытом заседании парламентской комиссии по безопасности. Генеральный прокурор рассказал нашему каналу, что правоохранители принимают все необходимые меры, но какие именно, уточнять не стал. Евгений Шевчук покинул Приднестровье после того, как власти Тирасполя лишили его иммунитета. Ограбили средь бела дня. Двое мужчин напали на двух женщин и сорвали с них золотые цепочки. Обе кражи произошли накануне с интервалом в несколько часов. Одной из пострадавших, 64 года, женщина говорит, что украшение стоило 12 тысяч леев. Спустя некоторое время преступники обокрали вторую женщину, также сорвав с нее цепочку. Грабители ищут, пострадавшие опознали их благодаря записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители просят всех, кто узнал мужчин, сообщить об этом в полицию. Если грабителей найдут и докажут их вину, им грозит до 7 лет заключения. Женщины, которые покинули свое место работы во время беременности, смогут рассчитывать на пособие по материнству из зарплаты супруга. Парламент утвердил поправки в закон о пособиях по временной нетрудоспособности. До сих пор безработные матери могли получить такое пособие только если женщины не работали все 9 месяцев беременности. Депутаты одобрили проект в окончательном чтении. В начале года этот вопрос также обсуждали в Конституционном суде. Norma menționată prevede același tratament între toate categoriile beneficiare de indemnizație de maternitate. Большинство депутатов одобрили новые поправки в закон. Правда, не обошлось без критики. Предметом спора членов профильной комиссии стало содержание документа. În raport au fost citite lucruri care nici n-au fost discutate în comisie și nu este pentru prima dată când în raport se regăsesc lucruri la discreția cuiva. Nimic nu este inventat sau dacă cel puțin doamna Stratan o frază, îmi spuneți că am inventat-o eu aici, vă rog frumos să-mi aduceți acum argumentele de rigoare. Să nu folosiți această oportunitate că sunteți președinte și să includeți în raport orice vă convine dumneavoastră. Eu nu v-am văzut să insistați să se pună la vot raportul. В итоге документ утвердили в окончательном чтении. Теперь будущие мамы, которые решили уволиться во время беременности, смогут получить новое пособие по материнству. Оно будет зависеть от зарплаты супруга. До сих пор подобные пособия могли получать только те женщины, которые не работали на протяжении всех 9 месяцев беременности. 4 человека получили травмы в аварии на трассе Кишинев-Леушены. Двое из них находились в автомобиле, который столкнулся с грузовиком, где были еще 2 человека. Инцидент произошел этим утром. Пострадавших госпитализировали. Полиция расследует случаи. Точные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Несколько столичных многоэтажек буквально кишат блохами. Власти полагают, что паразиты размножаются из-за бездомных котов, которые находят себе приют в подвалах. Жильцы признаются, на улицу выходить уже побаиваются, а заходить в подъезд приходится небольшими перебежками. Представители служб по борьбе с вредителями едва справляются с большим количеством жалоб. Я вам интрат не залезяю, ешь плин негру, а что это не может? Блохи стали настоящей проблемой для жильцов нескольких многоэтажек. Печальная картина во дворе жилого дома на Московском проспекте. Люди говорят, что гулять около дома невыносимо, а выходить на детские площадки стало опасным. Очень много. Прямо сидим на лавочке, и они прыгают по ногам. Санстанция пришла, даже внутрь туда не зашли. Вот так засунули эту трубочку, там что-то поделали и все. Сент Пурич. Сварте мусор. Никого заломаться. Да. Шкупинг, суфер ясно. Шматури, ну, ма копии. Форте мул, чего страшно. Сари импосибиль стать пескаун. Фетица мя тот и мэнкат, поц варет экземпл. Ам келтует форте мул зибань, пентру тферить солути на жута немиг. Муниципальные службы спешат на помощь. Специалисты обрабатывают подвалы химическим раствором. Солути мы фачим пилок по делуам куапа. Пилок мы в нем фачим солути, пнем аппаратный сканарь, ши фачим дезинсекция. Sunt tot solul unde spune și acolo unde se găsesc pisici moarte, șobolani morți, acolo îi strâng, ca de obicei. Власти предполагают, что блохи появились из-за бездомных котов, которые ютятся в подвалах. Специалисты рекомендуют заблокировать доступ животных в подвал и установить металлические сетки.
Aceste pisici și sunt purtătoare de cei și purici, care apoi se răspândesc și la locatari. Se așează pe haine nemijlocit și apoi sunt duși prin apartamente, pe scări. До сих пор службы по борьбе с вредителями обработали около 65 подвалов домов. На очереди еще 41 жилой дом. Врачи призывают соблюдать бдительность. Блохи могут переносить опасные для человека инфекции. Попытался спрятать контрабандный товар, но остался без авторизации. Экономический агент, который занимался торговлей одежды и обуви мировых брендов, попытался скрыть товар на сумму свыше 700 тысяч леев. В ходе досмотра грузовика таможенники обнаружили более 4000 единиц одежды и 500 пар обуви, таких марок как Gucci, Armani и Versace. Товар не был задекларирован. Экономический агент ввозил одежду из Турции. В результате таможенная служба лишила предпринимателя всех привилегий. Теперь экономический агент не сможет без очереди оформлять документы и проходить упрощенную процедуру при пересечении границы. Пока неизвестно, что сподвигло предпринимателя скрыть товар. Правоохранители выясняют, было ли нарушено право на интеллектуальную собственность мировых брендов. Полицейские нагрянули в два столичных гаража. Там контрафактники готовили к продаже поддельную водку. Что нашли правоохранители внутри, расскажем через несколько минут. Двухлетнюю девочку, которую 3 недели назад обнаружили у центрального рынка, будет передана семье патронатного воспитания. Об этом в социальных сетях заявила министр здравоохранения Роксана Голован. Сегодня глава Минздрава навестила девочку в центре размещения для несовершеннолетних. Директор центра сообщила, что в ближайшее время двухлетнюю Полину познакомят с патронатными ассистентами. Если знакомство будет успешным, Полину на время передадут патронатной семье. История Полины, найденной у центрального рынка, потрясла общественность. Поначалу 26-летняя мать говорила, что скучает по девочке, а затем начала всячески избегать ребенка. Более того, женщина без определенного места жительства вновь беременна. Ее неоднократно видели на улицах Кишинева нетрезвой. Также известно, что отец Полины из России. Ошибки в тестах на степень бакалавра станут предметом обсуждения на заседании парламента. Депутаты решили вызвать на ковер руководство Минпросвета. Отчет должны представить на следующей неделе. Замминистру просвещения Лилия Поголша предстоит объяснить неверные тесты на экзаменах по БАКу, в частности по физике. В этом контексте коммунист Владимир Воронин предложил и вовсе аннулировать результаты бакалавра. Mediul academic a constatat că aceste teste, cel puțin vorbim acum de fizică, nu corespund abordărilor științifice. Grila de evaluare conform căreia deci, copiii noștri primesc notele la BAC este cu totul deplasată și este inadecvată. În Europa, în țările mai civilizate și mai dezvoltate, nu există așa grilă. Ne bucură că socialiștii tot mai mult aduc exemplul Europei și nu a Rusiei, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, recunoașteți unde se face carte cu adevărat. Ce scop noi atâta discutăm despre acest BAC, atâta cheltuim emoții, eforturi și bani pentru acest lucru. De anulat BAC în genere și de trecut la BAC instituții, absolvenții instituțiilor superioare și speciale de învățământ. Eu aș pune întrebarea și calitatea învățământului, atunci ce fac pedagogii ăștia noștri dacă în urma acestor anul de învățământ copiii nu reușesc? Îmi pare deplasat remarca domnului deputat Deacov de a găsi țapi spășitori profesori. Ei lucrează, domnule deputat, așa cum îi plătim noi. Все же будет ли заседание по этой теме открытым, пока не ясно. În comisie noi am audiat un raport al Ministerului Educației, dar noi am luat o decizie ca să ne pregătim foarte serios și aceste audieri în ședință am plâns să o facem în toamnă. Nu s-a terminat sesiunea de BAC. Dacă este informație sensibilă, noi oricând putem decide într-adevăr într-un regim mai închis să se desfășoare aceste dezbateri.
Хотя социалисты изначально предложили заслушать замминистра просвещения на этой неделе, большинство депутатов решили дать время ответственным на подготовку подробного отчета. Накануне Лилия Поголша заявила, что тесты студентов, которые сдали БАК по физике на 9 и 10, могут пересмотреть. По ее словам, тестовые задания не соответствуют программам обучения по куррикулуму. Ранее многие преподаватели потребовали от Минпросвета отменить эти задания и предоставить максимальные баллы. Они разработали и письмо, в котором проанализировали ошибочные задания и обвинили авторов в том, что они безграмотны и не знают элементарные законы физики. Россельхознадзор запретил ввоз 6,5 тонн молдавских абрикосов. Фрукты должны были попасть в Россию через контрольно-пропускной пункт Новый Юркович Брянской области. По данным российского ведомства, фрукты не прошли фитосанитарный контроль. В них были выявлены карантинные организмы, предположительно, восточная моль. Фрукты вернули отправителю. Представители Министерства сельского хозяйства ситуацию не прокомментировали. Споры на высоком уровне. Спикер парламента заявил, что сожалеет о том, что президент страны критикует главных партнеров Молдовы. Так, Андриан Канду прокомментировал интервью Игоря Дадона белорусским СМИ. Во время своего визита в Минск глава государства заявил, что Молдова не вступит ни в НАТО, ни в Евросоюз, но станет частью Евразийского союза. Думнялуй а фост вице-премьер-министру, ши министру экономии, атунч кем ворбя деспри бенефичии или cooperării cu Uniunea Europeană, nu înțeleg cum poate dumnealui să atace o organizație ca NATO care, cu care Republica Moldova cooperează de foarte mult timp. Este regretabil că cu expertiza și cu suportul financiar atât de important pentru Republica Moldova, dar cineva din demnitare înalt din stat îi atacă. Возмущение Андриана Канду вызвали заявление Игоря Дадона для белорусских СМИ о том, что Молдова не станет вступать в НАТО. А присоединение к Европейскому Союзу, по словам главы государства, настоящая катастрофа для страны. Я категорически против того, чтобы Молдова рассматривала даже возможность вступления в НАТО. Это война для Молдовы. Если власть Молдовы на каком-то этапе примет решение политически интегрироваться в ЕС, это взорвет страну. Станем мы членами Евразес на каком-то этапе, я это не исключаю. Я считаю, что это для Молдовы было бы правильно. Мы проведем референдум в нужный момент, и народ скажет. В том же интервью Игорь Дадон подчеркнул, что желает нашей стране стать президентской республикой. В рамках визита в Минск у главы государства запланирована встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В столице все больше контейнеров для раздельного сбора мусора. 5 новых появились в парке на улице Мирон-Костин столичного сектора Рыжкановка. Кишиневцы довольны, но есть и скептически настроенные. По их словам, скоро от новых контейнеров не останется и следа. Согласно программе селективного сбора мусора в общественных местах, прежде чем выбросить отходы, нужно их рассортировать. Бумага, стекло, пластик. Мне кажется, это очень прикольно. Главное, чтобы наши люди следовали этим правилам, и это будет очень прикольно. Как бы чистота – это залог здоровья. И поэтому... Если человек называет себя цивилизованным, то это необходимый момент, который должен присутствовать абсолютно везде. Так в Марунка, когда цигара с апренды или с пластмассы, сигурки, мульт, но шашану резиста мульт. Арфеди дорит луна с кемби. Сфей май курат, гишена у нас. Aveau de mult pus acest. Fiecare gunoi, adică are partea lui. Și este mult mai ușor și pentru persoanele care au grijă de a curăța. La noi oamenii încă nu sunt deprinși și din cauza asta coșurile este oricum gunoi amestecat. Este o neplăcă idee de la города. Что туда бросают не только, предназначено для стекла, но туда бросают и пакеты всякие. Акция проходит в рамках проекта «Мусорные контейнеры для чистой столицы» и организована при мэрии в партнерстве с Государственной экологической инспекцией. Контейнеры из нержавеющей стали. В интерьер сунут нечто пубели из пластика 120 литров, для каждой категории дешев. И, респективно, скопу, по норма проекта, конштентизация популяции, despre necesitatea colectării separate. Всего на установку 20 контейнеров для раздельного сбора мусора было потрачено 12 миллионов лев. Еще 80 контейнеров должны появиться на проспекте Штефана Чулмари и в столичных парках. Столичная полиция арестовала 3 кишиневцев, которые занимались продажей поддельного алкоголя как в Кишиневе, так и за пределами города. Правоохранители обнаружили 2 гаража, где нашли бутылки со спиртом, готовые к реализации. Случай сейчас расследуют, открыто уголовное дело. Люди тем временем признались нам, что больше предпочитают вино, хотя случается покупают и водку, но не всегда проверяют качество продукции.
В двух гаражах, куда нагрянули полицейские, было более полусотни пластиковых бутылей на 10 и 20 литров, 7 из них со спиртом. Правоохранители нашли и записи учета незаконных продаж алкоголя, а также 30 тысяч леев. Полиция призывает граждан покупать алкоголь только в специализированных магазинах и авторизованных центрах. Некоторые наши сограждане признают, что время от времени выпивают водку, не зная при этом, откуда она. Другие же говорят, что предпочитают больше вино. Вот это качество, да. Я не знаю, пойду домой, бабахну. Дикари есть. Ну, ну ты уйцла. Калитата был тури. Ну, ну Олег. А повезли по густ. Ты уйц кинул прокур, весь по продукатор, да? Продукатору, прецу. Тору. Мы преферам для суд, винур ледин, продусила суду в Молдове. По данным полиции, задержанным контрафактникам от 20 до 61 года. За незаконное предпринимательство на них открыли уголовное дело. Им грозит до 67 тысяч леев штрафа или до 240 часов общественно полезных работ. Не вешать хобот. На Шри-Ланке спасли слона, у которого отнесло в открытое море. Животное обнаружили в 15 километрах от берега. Сколько длилась спасательная операция и что стало с животным? Совсем скоро. Не пропустите. Чиновники, которых обвиняют в незаконном обогащении, а среди них и судья Олег Мельничук, могут выйти сухими из воды. Такого мнения придерживаются эксперты в области права. По их словам, статья, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение, может быть двойственно интерпретирована. А это, по словам экспертов, усложняет задачу прокурорам. На повестке дня пресс-клуба вопросы наказания за незаконное обогащение. В дебатах приняли участие эксперты из области права и журналисты. Când nu este clar ce înseamnă valoarea acestora, depășește substanțial mijloacele dobândite. E o problemă juridică, ea nici acum nu este soluționată și eu tare mă tem ca noi să nu ne trezim în instanță cu un dosar achitat pentru că nu este clar. Eu am mari dubii că vom avea noi condamnări pe această componență. Прокуроры также признают, доказать незаконное обогащение сложно. Причиной тому не только пробелы в законодательстве. Aici, persoana, invinuit, inculpatul, ulterior inculpatul, nu este obligat să spună, să explice de ce el sau cum, în ce mod a obținut banii prin care și-a cumpărat casele, automobilele, iahturile, vilele, bijuteriile și așa mai departe. Noi trebuie să demonstrăm acest fapt. Și aici este o chestiune destul de complicată. Și această prezumție de nevinovăție nu are excepție la îmbogățiri ilicite. Выход все же есть. По словам экспертов, необходимо улучшить законодательство, не обойтись и без политической воли. S-a modificat Constituția ca să fie expres scris că în privința prezumției de legalitate a dobândirii proprietății, ea nu se, prezumția asta nu există în cazul funcționarilor. Deci că ei trebuie să poată să fie puși să-și demonstreze legalitatea averilor. Poate lucra foarte bine în sistemul actual și fără modificări legislative dacă s-ar vrea și ar exista dorință. Наказание за незаконное обогащение было внесено в Уголовный кодекс в 2014 году. Конституционный суд постановил, закон не имеет обратную силу, поэтому чиновников, которые обогатились до 2014 года, невозможно привлечь к ответственности. Ранее на основании этой статьи был задержан судья Олег Мельничук. ВСМ разрешил возбудить против судьи уголовное дело, однако Мельничука не поместили под арест. Если прокурорам удастся доказать вину судьи, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Военные контрактники имеют право на двойное гражданство. Такое же право будет предоставлено студентам высших военных учреждений. Соответствующий проект закона сегодня утвердил парламент. В начале года Конституционный суд постановил, что обязанность военнослужащих быть лояльными государству обеспечивается через конституционные и правовые нормы, а не через установленный запрет. Постановление было утверждено в окончательном чтении без обсуждений. В Москве суд огласил решение по делу об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова. Заур Дадаев приговорен к 20 годам колонии строгого режима, хотя обвинение просило для него пожизненное заключение. Остальные фигуранты получили от 11 до 19 лет.
окончательно назначить Дадаеву наказание в виде 20 лет лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев был признан виновным в убийстве Бориса Немцова коллегии присяжных в конце июня. Помимо срока, ему и его четырем сообщникам придется заплатить штраф 100 тысяч рублей каждый. Все они свою вину отрицают и настаивают на оправдательном приговоре. Вам понятно? Мне понятно, но я не знаю, реально это вообще... Суд полностью согласился с квалификацией действий, предложенных стороной обвинения, государственным обвинением. Заказчик убийства Руслан Мухутдинов пока на свободе. В 2015-м его объявили в международный розыск. Бориса Немцова застрелили вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту в Москве, где он гулял со своей подругой, моделью Анной Дурицкой. Семья Бориса Немцова утверждает, что убийство было политически мотивированным и якобы совершено по заказу высокопоставленных чиновников из Чечни. Никакой приговор не может принести нам удовлетворение. Но раз уж произошло вот это страшное убийство, то нужно раскручивать цепочку дальше. Сторонники Немцова ранее выступили с критикой в адрес российских властей и обвинили президента в связи с убийцей. Владимир Путин, в свою очередь, назвал убийство Немцова позором и потребовал от правоохранительных органов найти убийц и предотвратить политические преступления. От Антарктиды откололся огромный айсберг площадью около 6 тысяч квадратных километров и массой около триллиона тонн. Об этом сообщила группа ученых. Специалисты пока не могут предсказать дальнейшее развитие событий, однако предполагают, что айсберг расколется еще на несколько частей. Отколовшийся кусок льда был частью шельфового ледника Ларсена. Это один из крупнейших айсбергов в истории. О скором его отделении от шлейфа ученые знали заранее. Они долгое время наблюдали за развитием трещины, которая начала заметно увеличиваться в 2014 году. Не вешать хобот. На Шри-Ланке спасли слона, которого унесло в открытое море. Животное в 15 километрах от берега заметили служащие военно-морских сил. Они отправили водолазов, которые обмотали слона веревками и оттащили к берегу. Спасательная операция длилась 12 часов. Предполагают, что так далеко в море животное отнесло течение, когда слон переходил лагуну в джунглях. Слона передали сотрудникам местного заповедника. И в завершение о спорте. Чемпион Молдовы Тираспольский «Шериф» успешно начал выступление в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Накануне желто-черные дома с минимальным счетом обыграли албанские «Хукеси». Единственный гол с пенальти был забит на 79-й минуте встречи. Несмотря на то, что «Шериф» изначально был фаворитом этого матча, победа над гостями далась «Осам» нелегко. Победный мяч был забит лишь на 79-й минуте, когда футболист албанского клуба коснулся мяча рукой в штрафной площади, после чего арбитр назначил 11-метровый удар в пользу тираспольчан. Бельгийский нападающий «Шерифа» Зиеба Дибанга блестяще его реализовал. Удар! Таким образом, «Шериф» приблизился к выходу в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Ответный матч между командами состоится 19 июля в Албании. Клуб Национальной футбольной лиги «Даллас Cowboys» второй год кряду возглавляет рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира по версии журнала Forbes. В пятерке также оказались мадридский «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Стоимость «Даллас Cowboys» оценивается в 4 миллиарда 200 миллионов долларов. Это одна из самых успешных команд в современной истории Национальной футбольной лиги. Они выигрывали 5 супербоулов и 10 раз становились победителями конференции. Второе место занял клуб главной лиги бейсбола «Нью-Йорк Янкис», чья стоимость оценивается в 3 миллиарда 700 миллионов долларов. На третьей позиции расположился английский «Манчестер Юнайтед» – 3 миллиарда 690 миллионов долларов. Далее следуют две испанские команды – «ФК Барселона» – 3 миллиарда 640 миллионов долларов и мадридский «Реал», который опустился со второго на пятое место. Его стоимость 3 миллиарда 580 миллионов долларов. Всего в топ-50 входит 7 европейских футбольных команд, 7 команд Национальной баскетбольной ассоциации, 8 бейсбольных клубов главной лиги бейсбола и 29 команд Национальной футбольной лиги.
Роджер Федерер стал автором нового рекорда турнира серии «Большого шлема» Уимблдон. Он в 12 раз вышел в полуфинал этого престижного соревнования. В четвертьфинале швейцарец обыграл канадца Милоша Раонича. Встреча завершилась победой Федерера в трех сетах 6-4, 6-2, 7-6. Матч продолжался 1 час 57 минут. В полуфинале турнира 35-летний спортсмен встретится с представителем Чехии Томашем Бердыхом. Тот оказался в полуфинале после того, как Новак Джокович отказался от продолжения борьбы в четвертьфинале. Серб снялся с соревнований во втором сете. Причиной для такого решения послужила травма. Первая ракетка мира Энди Маррей также выбыл из соревнования после того, как в четвертьфинале уступил 28-й ракетке мира американцу Сэму Куэри. А на сегодня это все. Я же напомню, что если вы стали свидетелями интересных событий, сообщайте об этом в редакцию нашего сайта tv8.md или же по телефону, указанному на экране. Доброго вам вечера и до встречи в эфире.